Він говорить, що його професія – це неможливість заробити легкі гроші. Його професія – це важка щоденна праця. І він завжди вірить у найкраще. Сьогодні в «Ексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Власник дому перукарської моди, топ-стиліст у Києві Олег Соцький. Вітаю вас. Вітаю. Як настрій? Дуже чудовий. Що це у вас за такий незвичний, крутий лук? Це дуже гарний лук, який... Давайте я на русский. Давайте, все добре. Этот наряд, это та одежда, которая осталась, так как у нас посвящена программа людям, которые уехали давно из города. Это лук, который мне пошил мой друг, дизайнер-модельер. Он сейчас в Кировограде шьет. Это Максим. Это его рубашка по его дизайну, которая вот и сейчас очень актуальна. Все. И вот штаны, это тоже когда-то были одни из первых таких вот латексных штанов в коллекции одного дома мод в Кировограде. И вот я их к себе немножко прибрал. И це правда, що в цьому образі ви приїхали до столиці? Да, підкорювати. Я приїхав, у мене був очень гардероб, все, практически весь мой гардероб був шит. Это Максим, это пиджаки, рубашки, штани, костюмы. И я здесь ходил очень... Кстати, эти все вещи у меня до сих пор есть. И, как вы видите, в прекрасном состоянии. Вот, так что... Дуже стильно. Да, так, да, поэтому то, что, вот видите, когда есть вкус, то вот даже вот больше 20, считайте, это вещи уже с прошлого века. Вот, поэтому, поэтому и вот оно сегодня тоже может быть очень актуальным. Леже, ви з Кіровограду, з Кропивницького. Да. Ви народились прямо в цьому місті? Да. Як довго проживали там? Я там проживав до 28 лет. Часто згадуєте? Там пройшли, ну, мої сини, ну, звісно, пройшла молодость, пройшли дуже цікаві моменти. Діло в тому, що так як ми веселились, гуляли, віддихали, і що ми собі могли дозволяти в Кіровограді, і приличного, і неприличного, то Київ може спати спокійно до сих пор і навіть в ці роки. Тому що, коли я приїхав в Київ, то Київ по розвлеченням і по гулькам, як я привик гуляти, була деревня неасфальтірована. Практически зараз туди ну, все і вернулось. А в якому районі проживали там? Я в школьному районі. Це одразу до спортшколи. А от чому переїхали в Київ? Яка була от точка, що ви вирішили взагалі змінити місто? Самое интересное то, что многие переезжают от того, чтобы там, ну, за какой-то там лучшей долей или зачем, а дело в том, что я уже вырос из самого Кировограда. Вот у меня там уже, в принципе, мой рост остановился. Почему? Когда я уезжал из Кировограда, у меня уже был центр парикмахеров Кировоградщины, курсы я вел. Я был... преподавателем и таким вот совладельцем агентства моделей, который до сих пор работает в Кировограде, кстати. Мы проводили конкурсы «Мистер Кировоград», который уже никто не проводит, «Мистер Фото», «Фотомисс», «Мисс Кировоград», «Мини-мисс», «Мини-мистер», Кировоградский конкурс парикмахерский, областной, первый и последний я провел конкурс. Вся творчая работа, так? Да, и при этом, живя в Кировограде, я официально работал в Киеве на таких конкурсах, как «Мисс Украина», «Черная жемчужина», «Эль Моделс», «Новые имена», «Мистер года», «Украина». И в один прекрасный момент я разнакомливался, я сюда все время приезжал на эти конкурсы работать, и мне сказали, что, слушай, давай уже определяйся, туда-сюда, ты можешь здесь, ты нужен здесь. И я приехал, я уже знал, куда я еду. И при этом то, что я все время поддерживал и поддерживаю все свои там отношения и, ну, в Кировограде. То есть я город свой не забываю. А каким был тут початок? Важко было починати? Здесь было такое, что я приехал к мне, мой знакомый сказал, что давай приедь попробуй месяц. Месяц можешь пожить, я тебе там, ну... в квартире поживешь. Если за этот месяц ты приживешься, у тебя что-то получится, и будет какое-то развитие и продвижение, ты себя здесь увидишь, то ты там уже снимай квартиру, что хочешь, то и делай там, и уже тут
пускай якоря нет, то едь в свой любимый город и живи себе прекрасно дальше там. Ну, вийшло. Я так зрозуміла. Вийшло, так. Да. Ну, наприклад, в фінансовому плані було складно починати? Так, тому що, в принципі, не було ніякої фінансової у мене ні підтримки, ні спонсорів, нічого. І все, що я там ну, зарабатываю, як я зарабатываю, це знають всі. Це своєю головою, своїми руками. Вот, хотелось бы побыть иногда любовником, любовницей там, или каких-то, кто-то там, чтобы там хотел вложить какой-то черный нал в отмыв, как это очень много салонов, ресторанов в Киеве, но пока месте. Все честно и все только своими руками. Олег Соцкий в Кропивницькому, в Кировограде в те часы, и зараз вы в Киеве. Це різні люди? Чи ні? Нет, у меня все, кто видят, вот, говорят, что я абсолютно не изменился, даже мой голос. Буквально позавчера мне говорили, я на прошлой неделе был в Кировограде, и мне говорили, боже мой, ты уже вроде и взрослый, а у тебя голос такой остался, звонкий, тонкий, а не вот это какой-то уже как вот это старческий. Пошел, я такой думаю, боже, что должен... То есть изменений никаких нет. У меня дело в том, что я уже не узнаю многих своих одноклассников, потому что это, ну, такие бабушки, дедушки, вот на фоне них бывает даже неудобно. Ну, кожному своє, кожен обирає, як виглядати, ну, да, як да. Почувати себе. В принципі, ваше ім'я досить відоме в Києві і на Україні навіть. Ви... Близько 20 років, так, присвятили вашій діяльності? От в цьому році 20 років я в Києві. Угу. Уже, ну і в тому віці я от починав навчання, і от рост – це где-то теж года 3-4. Тобто, да, ну, где-то 23-24 роки. А коли прийшло розуміння, що ви хочете займатися саме... Это вообще я этим никогда не хотел. Я везде это и говорю, и рассказываю, что я вообще даже об этом не думал. Дело в том, что когда я совершенно случайно попал в Центр развития моды Украины в прошлом веке, это был 96-й год, это еще и Киев, вот никто не знал, французы делали там первый курс макияж. Что такое макияж, вообще никто не понимал. Вспомните наших звезд эстрады, Ирину Билык, Таисию Повалис, вот этими начесами, вот эти голубые, розовые тени и прочее, вот это все, сами себя. Вот. И я совершенно случайно туда попал, и я в группе был самый старший. Плюс ко всему, мне это было вроде бы как интересно, потому что в Кировограде мне тоже заниматься сильно так тогда не было... стабильности никакой чем. Ну и были деньги, которые я зарабатывал в Кировограде, потому что обучение это платное было. Вот, и я попробовал. И когда я приезжал там на выходные в Кировоград, потому что очень скучал за городом, в гости, меня на улицах встречали люди и говорили, о, где ты пропал, что это тебя не видно? Я говорю, что я сейчас в Киеве учусь. А на кого ты учишься? Я говорил, учусь на визажиста. Люди сразу менялись в лице, отходили немножко от меня. И так я говорю, ну садист, мазохист, мы знаем, что такое, а что такое визажист? Ну и я тогда уже начинал смеяться, говорил, визажист это то же самое, только кисточками, тенями, помадами и всем остальным. Поэтому даже слов таких тогда не было. Вот, и я закончил, вернулся в свой любимый город. Вот, и в моей профессии абсолютно ничего не было, потому что начинались агентства моделей, были, да, вот, показы были, одежды, но французы учили уже новым, ну, современным веяниям всему, а у нас в городе получалось, ну, приходили какие-то там парикмахеры, угу. Тетя, она делает эти витушки, спиральки вот эти, вот это какие-то начесы девочкам, и мой такой макияжа, и оно было кто в лес, то по дрова. Вот, поэтому я понимал, что визажиста сильно никто в городе не ждал. И вот моя прекрасная подруга Наталья Дороженко, она очень известный парикмахер в Кировограде, она и сейчас работает, и она мне говорит, слушай, своим визажом сильно не заработаешь, давай
пробуй себя в парикмахерстве. Вот. Ну, я посидел, посмотрел, как она работает, все, и у меня вот как-то вот самоучно, вот на, работая, тренируясь на своих всех друзьях, на друзьях друзей, у меня вот пошло-поехало. И получилось, что я уже мог делать образ, там, прическу, стрижку, там, окрашивание. Помнишь, и образ. Макияж, да. Ну, это еще не полностью. Потом получается, что было какой-то дискомфорт в одежде. То есть получается, что вроде бы голова приклеена к какому-то там луку, вот, образу одежды. Вот, поэтому пришлось уже потом разбираться в стилистике. Вот. И на сегодняшний день, вот 20 лет, и это вот я могу уже полностью создать образ. Это и одежда, и прическа, и подобрать цвет волос, стрижка, вот, макияж. А що було до цього? На кого ви навчались? До цього мені в этом, кстати, очень сильно повезло, то, що я учась в школі, в середній школі, ще й закінчив художественную нашу школу. То, что действительно мне дало видение цвета, объема, сочетания. Вот. Так что это никто даже не понимал, когда я ходил в художественную школу, что вот она вот так вот в моей жизни... Зіграє ключову роль. Вот, больше, чем образовательная средняя школа. А так я учился в институте в КИСМе. Угу. Вот. На кого? Уже. На кузнеца, уже и такой профессии нет, уже такого института нет в городе. Так что и получилось, учился, потом... А чему убрали эту профессию? Потому что было легко поступить, на нее был всегда недобор. Всегда на нее был недобор, вот, поэтому можно было... Была большая надежда туда пройти. Подобалось навчатись? Ну... Начинаю, моя учеба в институте параллельно шла с работой в диско-клубе «Олимпия». Я работал официально в «Олимпии», я был художником. Вот эти все афиши, все, вот эти все дискотеки, программы на неделю, это все я рисовал, это все вывешивалось на ватманах. Это даже не было ни принтов, ни печати, ничего такого. Вот. И плюс ко всему, я уже учился на диджея там. Я уже вел детское кафе «Том и Джерри» по воскресеньям для детей. Это на бобинах, вот это с наушниками все это мотали, перематывали. Вот. И у меня получилось институт, это было уже такое побочка. Вот. Потом меня очень увлек толчок. Я на выходных проводил время на толчках, да, вот. Имел возможность что-то продать, что-то себе купить, и это вот, поэтому уже в институт приходил тоже уже вот в стильно, модно. Вы сказали, что вы закончили художню школу. Да. А когда вот в крайний раз малювали? Да я постоянно, вот я сейчас, вот в этом году я решил всем своим друзьям, я люблю делать подарки новогодние и вкладывать в них душу. Не то, что там купите где-то, ну, каких-то там Дедов Морозов, раздарить всем, вот отцепитесь. Вот я в этом году был на мастер-классе по плетению венков из лозы. Вот. И я всегда, мне всегда нравились эти венки, но они безумно везде дорогие. Я думаю, ну сколько вот этот бурьян, почему он такой дорогой? Ну там действительно, это лоза, это там много разных специфики, нужно вовремя ее вплести, высушить и все. Вот я в этом году уже на подарки новогодние, лично сам от себя, всем своим там клиентам, друзьям наплел уже таких хороших, добротных венков. Ваша профессия. Батьки підтримували, коли почали займатися? У мене, слава Богу, що мене, я по більшому счету ні у кого ніколи нічого не спрашивав, але мені повезло то, що мене дійсно не останавливали і не лезли, тому що я завжди говорив, що якщо можете допомогти, допомогайте там деньгами, а не можете, то я тогда буду идти, да, вот так. И вот это вот действительно то, что, да, много было непонятно, многое непонятно, у меня многие до сих пор сейчас не понимают, чем я толком могу заниматься. Вот. Потому что, ну, для людей работа это с 8 утра там, до 4 дня и домой, офис. Все. Да, вот, все. Поэтому... Мені здається, ви не змогли б сидіти з 8 до 5 в офісі. Ну, звісно, ні. Я дуже такий живий чоловік. А чим батьки займаються?
У меня получается то, к чему я уже начал идти по жизни, то я уже шел, у меня умерла мама в 94-м году, то и все уже, что было сейчас у меня это уже случилось так. Вот. Мой папа, он живет отдельно, он тоже не сильно мешался в мою... Конечно, он и переживал, и волновался, потому что непонятно Киев, непонятно что, непонятно где. В Кировограде и квартира, в Кировограде и там вроде бы все уже и сложено, и есть и клиенты, и работа, и это-то, и вот это все поехать, потому что время было веселое, сколько он... людей исчезало, пропадало и никуда. И вот, и он, рад, когда уже начал видеть меня или там по телевизору, или в журналах, угу. или работы мои какие-то, он уже понимает, что... И все... результаты работы. Да, то есть, что человек вроде бы серьезный, и там не хожу по Киеву, там... Но он в Кропивницкому, да? Да, да. А чем занимается? Он уже пенсионер, он на пенсии, вот. Занимается отдыхом, и такими... Часто приезжают в гости? Раз в месяц где-то, и то буквально там на день, может быть, на два, так и не получается, чтобы дольше. Сейчас телефоны есть, сейчас по телефону каждый день разговариваешь, приезжаешь практически ни о чем разговаривать, потому что все время на связи. А в Киев не планували забрати? Он и не поедет, потому что это совершенно другие уже люди, у них там и свои уже знакомые, и свои насиженные места, я прекрасно понимаю. Киев, понимаете, раньше Киев это был сказка-загадка, сейчас Киев это по большому счету такое мусорка со всей страны. Поэтому я очень рад, что у меня никуда не пропала квартира в Кировограде. Поэтому завжди є куди повернутися. І сейчас век інтернету, можна сидіти в Кировограді, можна сидіти в Бобринце і вести і мастер-класи, і шоу-програми, і обучення, і все. Тому що сейчас, Київ, он не резидов, ви з'їхались всі, і все. Пам'ятаєте першого клієнта? Первые клиенты, я же говорю, когда я учился еще на своих друзьях, то первые клиенты это были друзья. Кто заплатил гроши? С грошима тоже был интересный момент. Я же сначала, когда учился, всех же стриг бесплатно. Все же привыкли стричься бесплатно. А потом же мне нужно покупать инструмент, мне надо тоже как-то это. И когда я начал говорить, они начали обижаться. Мы же твои друзья, как это ты с нас будешь деньги брать? Пришлось людям объяснять то, что я беру деньги, чтобы их дальше продолжать стричь. Я очень много учился. Я в Киев ездил на семинары. Я всегда старался инструмент хороший покупать. Я хороший красителями всегда красил, работал. Поэтому это действительно стоили деньги, потому что твое лицо то, чем ты работаешь. Не надо иметь там 49 ножниц. Там лучше иметь одни или двое ножниц. Але якісні. И то, что якісні, а то, что ты можешь постричь, действительно, сколько я в жизни перестриг канцелярскими ножницами, потому что куда ни приедешь, это к тебе выехать мы не можем, там у нас есть там тупые какие-то, чуть ли не секатор для кустов ножницы, постриги. В принципе, да, поэтому... А яка зараз зачіска найпопулярніша? А вы знаете, сейчас такое время, что сейчас уже настолько уже было все за последние 20 лет, что уже так, как я и начинал, так оно все и остается, что удобно то, в чем тебе удобно. И как тебе... Главное поставить правильную задачу. Где вы работаете? Сколько вы там у вас есть возможности потратить времени на свою укладку, прическу, мойку головы? Если вы свободный человек и вам нечего делать, и вы любите в волосах там ухаживать за ними, пожалуйста, отпускайте, отращивайте волосы длинные. Если вы работаете в офисе или если у вас какая-то подвижная работа или все, вам, конечно, проще какую-то стрижку такую, чтобы можно было и быстрее ее помыть и уложить, и все. Поэтому цвет волос... Стрижка – это состояние человека, состояние души, его образ, его... Главное, чтобы это смотрелось естественно. Гармонично. И гармонично, да. И природно. Не так, чтобы как дом на голове, как в одном фильме. А какие образы вам
подобається більше робити, чоловічі чи жіночі? Дело в том, что самое интересное то, что на сегодняшний день в мужских образах можно делать все, что угодно, потому что женщина, девушка, она отрастила там длину волос, и там мы можем там поиграться там 5 миллиметров вверх-вниз, да, или там mm-hmm. где-то, может быть, немножечко срезать скос какой-то или челочка или что. А ребята, он может пустить такие волосы, я ему могу, вот мы когда делаем для журналов образы, я могу на одном парне отработать 3 стрижки и 4 окрашивания. То есть у него голова идет, как он отращивает там полгода, вот тут у меня рекорд один есть, у меня парень отращивал 9 месяцев, потому что он в другом городе, и я не мог приехать его постричь. И оно уже переросло вроде уже все, он уже и привык, я на нем сделал 5 стрижек. Для разных журналов и в течение 2 лет давал этим... Человекам, мабуть, не шкода прощати. Понятно, и окрашивание. Я его красил, и высветлял, и выбелял, и в розовые, и в оранжевые, во всякие тона. И потом я его закрасил, его натурально русенький, короткая русенькая стрижечка, и он себе пошел дальше. Я знайшла таку інформацію, що вам вдалося в своєму житті побувати в порно-салоні краси. Да. Що це? Як це? Де це? Я думаю, що у нас в Києві должно это тоже появиться. Это за границей. Это салоны красоты, в которые приходят мужчины, и барышни их обслуживают. И в лучшем случае это топлес. Угу. Вот. Или же, например, этот салон красоты, который полностью обнаженные девушки, там вам голову чухают, массажи, все, там пластмассовая расчесочка, чтобы, не дай бог, нигде ничего не чикнуть, не резануть. И потом после этого салона мужчина идет через дорогу в обычный салон и стрижется, чтобы сказать жене, что он был в салоне, в парикмахерской салоне красоты. Это, мабуть, в Амстердаме. Ну, это в Европе есть. То есть это у них как такое, как какой-то фетиш развлечения, как есть вот эти вот детские комнаты игральные, вот такое вот. Потому, вам сподобалось? Чем уже можно удивить людей? Сейчас вот и в Америке очень много салонов красоты, где обслуживают голые парни и женщин в одних передниках этих салонов. Вот, какие-то там укладки делают, сушат волосы, расчесывают. Ну, оно как сподобалось. Оно просто так смешно. Вот, потому что, ну, это равносильно точно так же, как стоять на базаре голому и торговать там помидорами. Ну, розваги. Ну, да, то есть это, да, просто. Есть мужчины, которым нужно такое, например. Дім перукарської моди. Да. Ваше дітище. Як з'явилась ідея, що саме зараз ви там робите, в принципі? Тому що я знаю, це і курси, і як салон, можливо, так? У нас, я когда создавал свою команду, у нас была команда «Соцкий профессиональ», там uh-huh. творческая команда «Соцкий профессиональ». Но этих уже творческих столько, уже в каждом полуподвале все творческие команды, все творческие, творчества нету. И тут меня один раз просто «Дом моды», например, есть «Дом моды», «Дом моды», «Дом моды», да? Вот не творческое ателье там по пошиву Дольче & Габбана. Uh-huh. Вот. А я думаю, а чем я хуже? Что я какая-то творческая команда. Я уже конкретно, да, я уже много это... Свое название «Соцкий профессиональ» придумал я. Логотип разработал я лично. Это уже столько всего. Поэтому действительно это дом, потому что мы уже действительно, мы диктуем, мы уже подсказываем, мы работаем, даем техники стрижек, окрашивания, коллекции создаем для журналов, причесок, окрашивания мужских, женских. Вот, поэтому... Мы уже как законодатели идем моды, мы создаем тренды, поэтому действительно мы уже дом, мы уже можем как-то вплывать, диктовать и рассказывать, что будет, что и наперед смотреть. Вот. И при том, что дом, да, потому что в этом доме, как я создатель этого дома, при том, что до сих пор я являюсь действующим мастером. Я своими руками до сих пор стригу, крашу, сушу волосы, у меня нету там 5 ассистентов.
клиентов, тот одел пеньюар, тот помыл голову, тот высушил, а ты пришел, помахал, как у меня есть друзья, вот, руками перед ним и взял деньги за то, что ты постоял рядом. А где находится офис, салон? На Печерске. Угу. Вот, да, это Дружбы народов. Я никогда не мог подумать, что у меня что-то будет на Дружбе народов, потому что когда я приехал в Киев, то мы там было смешно придумывать разные там названия, ну, переделать названия станции метро. И вот у нас Осокорки — это караки были, а Дружба народов у меня всегда было метро Дружбы уродов. И вот докаркался. Теперь я на Дружбе уродов со своим домом парикмахерской моды. А який найбільший успіх був у вашій професійній діяльності? Можливо, ви працювали з зірками, з, які, ну, з якимось, або започаткували якусь зачіску, або, можливо, амбіції є в цьому плані щось зробити? Очень много звезд, я уже російських, українських не говорю, тому що в офісі компании L'Oréal, с которой я уже всю жизнь свою, вот, я показал, решил показать французам, которые приехали, какой я классный, фотографии со звездами российской и украинской эстрады. И там были все, и София Ротару, и Пугачева, и Билыки, и Могилевский, и кто только мог быть. И они что-то это смотрят, а даже еще не было ж гаджетов, они смотрят этот вот альбомчик фотографий. Вот смотрят такие и говорят Лёчику, говорят, мы не можем понять, нафига он нам показывает своих родственников? Я думаю, боже, ну, какие больные, знают, это же так. Звезды. И они мне объясняли, говорят, ты понимаешь, что ты, говорит, ты много знаешь, вот рядом с вами звезд там польской эстрады, румынской эстрады, чешской эстрады? Нет. Вот, говорит, поэтому, говорит, это звезды, может быть, для вас. Если тебе надо, то ты их показывай кому-то, ну, в масштабе там каком-то. Это, вот. Со звездами работал. Также большое достижение, то, что я честно выиграл, это американский конкурс. Вот, и это по фото. Это надо было отправлять сначала образ фото в Америку. Там отбирали стилисты образы, а потом нужно было точно этот образ, точно на этой модели, один в один, в той же одежде, сделать при них за 3 часа. Это с окрашиванием, со стрижкой, с укладкой, с мойкой головы, с переодеванием. Вот, то есть, да. И я выиграл в Украине, и потом я поехал на международный конкурс, вот, и он проходил в Хорватии. И я стал топ-колористом Восточной Европы. Ничего себе. В 2008 году. Класно. Вот. А от участь безкоштовна? Чи треба якісь інвестувати в себе? От участь в таких, от, як у нас от, конкурси проходять парикмахерські, вони платні. Там йдуть ці конкурси, виходить, я участвую в марки. Вот торговые марки. Я считаю, что это очень честно. Им нужно продвижение своей марки. Они смотрят цвет окрашивания, они смотрят тенденции, которые ты задаешь. Им нужно продавать свою продукцию, свой товар. Им абсолютно все равно, чьи ты дочка, племянник, внук, любовник или кто угодно. Им нужен результат. Им абсолютно по барабану. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, как участие ты можешь отправить. Но это участие бесплатное. Это модель нужно найти. Это нужно одежду найти. Это фотограф должен быть профессиональный, это отснять. Это визаж. Это сколько ты тратишь исходников, материалов, красителей, чтобы добиться чего-то, своего времени, труда. Это все стоит большие деньги. А тем более, если еще... Вот мне что еще повезло, что как раз вот когда я выиграл в Украине конкурс, и когда колористики, и что меня американский бренд проспонсировали, они... поездку меня и моей модели в Хорватию на уже вот этот вот Восточной Европы конкурс. Класс. Кстати, я выходил на победу в этих штанах в Хорватии. Только на мне была красная. Да? Так что да, штаны легендарные. Я в одному интервью знайшла информацию, что колись вы сказали, что для вас складно было говорить слово «ні». Чому? Я всегда вот, ну, как с детства, я всегда был добрым ребенком, вот, и мне было проще там заплакать, там обидеться, расстроиться, чем что-то там
доказувати. Ну, да, доказувати там, или еще что-то та это. Но и просто в моей профессии все хотят, как и, наверное, в других тоже, других там каких-то ситуациях, тобой попользоваться по полной, вот, и все, потому что у меня были даже случаи, когда люди у меня стриглись, а рассказывали, что приезжают в Киев Сергей Зверев, и их стрижет. И тут ко мне приходит человек, а я ему говорю, ну, приедет Сергей Зверев, пойдешь пострижешься. Вот, то есть вот такие были моменты. Вот. При том, что мы с Сергеем Зверевым очень в хороших отношениях. Вот, и, ну, делали шоу его здесь в 2003 году. Вот поэтому... Откуда же взялся Сергей Зверев? Потому что они знали, что я с ним тусуюсь. И начали уже... Я начал быть трамплином между ихними типа головами. Вот. Так к чему этот... И у людей просто... Вот ты можешь, ты не можешь, ты, вот, ты должен... И уже просто садятся на голову. Вот, а когда, 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 когда? И вот я общался с очень интересным одним человеком, и он мне просто смотрит на меня, разговаривает, говорит, слушай, у тебя очень много проблем в твоей жизни из-за того, что ты не можешь говорить людям слово «нет», ты не можешь отказать. Говорит, вот попробуй. Ничего не случится. Вот. И говорит, понимаешь, если ты скажешь «нет», то человек себе поймет, отвернется, найдет себе другого, кому прилипнуть. Вот. И дело в том, что действительно, когда я научился говорить слово «нет», то стало намного проще и легче жить, и появилось и больше свободного времени, и желание больше и творить, и общаться, и развиваться, и идти вперед. Вот. И вот это я сейчас, да, даже и в интервью, и везде я советую это молодым, особенно начинающим людям, вот, что да, не нужно там у кого-то идти на поводу, или там вот... что кто-то, вот знаете, как много у нас же очень много звезд. Сейчас это такое поколение, сейчас настолько мир изменился, кожен что никому не нужны ни эти кубки, ни эти медали, ни эти регалии, ни эти трехэтажные звания, эти голограммные, эти заламинированные дипломы. Сейчас это все можно напечатать дома на компьютере, и, что ты победитель Марса там. И все. То есть сейчас действительно должен быть человек, в первую очередь человек, отношение к другим людям, видение мира вокруг себя, вот, чувствовать ситуацию, чувствовать, что-то уметь оставить после себя, кому-то подсказать что-то, чему-то научить, если это нужно людям. Вот. А не ходить вот это, надеть на голову вот эти три ведра корон и ходить вот это «я-я-я-я». Как склалось ваше семейное життя? Я на сегодняшний день... абсолютно свободен, вот, и у меня, я никогда не был официально в отношениях, детей у меня тоже нету, вот, и, ну, я считаю, что у меня такая работа, что вот здесь вот семья и такая вот работа, это почему я понимаю, почему очень много распадается или не держится браков, там, у певцов, у актеров, у людей творческих, потому что, ну, здесь нельзя быть или в семье, или в профессии, потому что профессия это, я могу вот, например, поехать, какая-то может быть или съемка, или какая-то передача, или в другой город поехать, или куда-то с моделями, куда-то там за город показ, или там сняли куда-то какой-то корпоратив, или что. Что я, как я могу объяснить дома, куда я поехал, с какими там этими шлендрами, непонятно куда, непонятно чем заниматься, приехал, а там вы бухали, а там вы гуляли, я вот тут сижу, вот это нянчу, нервничаю, переживаю. А хочется семьи? Чьи... Уже не хочется. Честно говоря, никогда не хотелось. У меня у всех моих знакомых есть дети, там все, у меня и животных нету, потому что я не могу завести животного, потому что, ну, мучить я его не могу. Вот, да. Вот. Поэтому у меня, если мне сильно хочется детей или животных, или кого, я иду, я и так нагуляюсь, а эти все поотдыхают, потому что все вокруг меня, эти дети, все отдыхают, сидят. Вот. И я себе нагуляюсь, и мне очень прекрасно. Как вы відпочиваєте від роботи? Ну, так, чтобы сказать, что прямо какое-то такое... Я очень люблю природу. Uh-huh. Очень люблю пешие прогулки. Я с детства люблю ходить пешком. И вот, кстати, вот последнее время с этими событиями, с этими маршрутками в Кировограде, мне от моего там
от моєї квартири в любую точку Кіровограда 40 минут пішом. Поэтому я себе встал і пішов, і пройшовся. То есть я люблю тишину, спокойствие. Может быть, это сказалось, то, что действительно, да, у меня очень бурная молодость была. Это постоянные фейерверки, дискотеки. У нас было по 3-4 дискотеки за ночь. Мы объезжали вот в Киеве. И, ой, там скучно, там не тот диджей, там не те пришли. А є якась ситуація, за яку досі соромно от в молодості? Щось такого накоїли? Да, честно говоря, вот то, что я никому там ничего из причесок не портил, или волосы, или что-то, такого точно нету. А стыдного тоже ничего нету. Потому что, по большому счету, там, где я был, у меня такая свита вокруг меня была, чтобы все гуляли. Ну, такого не было. Она, вот, действительно, чтобы я кого-то там или обидел, или предал, или там обманул, или бросил где-то, не помог там в чем-то, или там подставил. Такого точно нету, то, что... От. Хоча в мою сторону було завжди, постійно. Всі говорять, що 2020 рік він дуже складний в усіх планах. Карантини, ну, різні ситуації. А що було от у вас найкращого в цьому році? А я вам хочу сказати, діло в тому, що этот год, мені кажется, він должен був случиться уже рано или поздно, потому что мы люди, человечество, мы уже просто стали каким-то грибком, паразитирующим на планете Земля. У нас уже, у людей уже нету слова там доброта, честность, надежда, любовь. У нас вот это потреблятство. Вот есть новый хороший термин – потреблятство. Вот мы потребляем для того, чтобы просто потреблять. Все больше, больше. Оно нам уже не надо. Но нам надо 3 машины, нам надо холодильник еды, по холодильникам мы выбрасываем. Нам нужны непонятно какие там материалы, которые уничтожают, разрушают там и природу, и все. Вот. Просто люди, думаю, это хороший этот год для того, чтобы мы смогли задуматься уже наконец-то концов и остановиться. Что ценить себя, ценить здоровье, ценить отношения, ценить то, что мы сегодня живы, то, что мы можем общаться, не прикованы ни к постели, ни к чему. Леже, де ви крайній раз і по якій ситуації плакали? Ой, ну... Бывает такое, что вот могу посмотреть какой-то фильм, могу там прослезиться, под стакан самогона папиного. Не, серьезно, все знают, папин самогон любят все, вы что, это папа только делает для меня, это не на продажу никуда. А где презент? Меня раньше, вот когда я ездил маршрутками, меня приезжали, забирали из вокзала только из-за того, что я привозил самогон. Я не знаю, я не бачу жодного самогону. Ну, повод ще раз зустрітись, так? Ну, це так, да, це от якраз заманушка така. Бліц, готові? Да. Чорно-біле чи кольорове фото? Смотря для чого. Якщо потрібно показати цвіт волос, ну, окрашивание, то только цветное. А если это стильная фотография, имиджевая, или в интерьер, или куда, то ЧБ это всегда смотрится круче. А семейное фото? С батьками, например? Семейное тоже черно-белое, интересно. Не так видно пигментные пятна. Довга чи коротка зачіска? Как вы себя чувствуете, как вам удобнее? Улюблений колір волосся? Зараз. Вот я посчитал, лично у меня, вот из моих уже 48 лет моей жизни, ровно половину я был вот такой белый. Вот вы меня еще застали, я уже в свой перехожу обратно, и вы меня застали. Вот считайте, больше 20 лет я был и таким, и таким. Чего хотелось бы больше? Перемог на конкурсах, чи больше клиентов? Ой, ну... Понимаете, перемог на конкурсах, это, ну, оно интересно, 1, 2, 3. Вот я последний раз участвовал в конкурсе в 45 лет. И я, да, я выиграл. Ну, дальше куда мне уже, что мне уже при смерти стоять и вот это с капельницей и соревноваться? Больше клиентов, понимаете, лучше не больше клиентов.
Лучше пусть их будет не так уже много, но пусть это будут люди, которые действительно ценят твой труд, тебя ценят, им приятно с тобою, они уважают твою профессию, а не то, что ты ее покрасил, она пошла, ой, я думаю, тут подровняла себе, там, или там какой-то тоником себя полирнула и стала зелено-оранжевая. Кому б з українських зірок ви хотіли б зробити стиль? Я много кому помогал, и мы делали стиль. Вот. Понимаете, дело в том, что кому... Честно говоря, на сегодняшний день я даже не знаю украинских зирок, потому что это настолько вот эта вот китайская вот эта фабрика тщеславия, что там, понимаете, там же кроме трусов ничего нельзя сделать. Тут приклеены ногти, тут уколото, тут на липучке хвост, стринги одела и все. Они вот поют, я у кого не фоном они поют, смотришь там какой-то музыкальный канал. Так ты даже не понимаешь, Катя, Петя, Вася – это кто? Одна мелодия, один набор слов, один тембр и одни жопы. То есть даже не та больше, не та меньше. Все стандарт. Просто, я говорю, резиновая фабрика китайская какая-то Гуанчжоу. Леже, ви щасливий зараз від того, що ви маєте? Да, я всю жизнь був щасливий. Я пытаюсь вспомнить что-то плохое в своей жизни. Иногда, вот как я люблю там на природе, я ничего плохого, честно говоря, не могу вспомнить, потому что оно как-то и не запоминается. И, честно говоря, я не концентрируюсь на этом и считаю, что все, что должно случиться, было в жизни, оно всегда случится, хочешь ты этого или не хочешь. А что делает вас счастливым зараз? Здоровье, в первую очередь. Возможность общаться с интересными мне людьми. Друзьями. У меня очень мало друзей, вот, с которыми мне приятно, хорошо, которые меня всегда и встречают, и ждут, и мы всегда можем пообщаться на любую тему. Вот, на любую тему, и так как я советую всем общаться, если вы хотите дружить и жить долго и счастливо, как это меня учил давно такой вот хороший учитель, как Лореаль, компания, что с людьми нельзя никогда и не нужно никогда разговаривать на три темы. Это религия, политика. Секс и политика. На все остальное, пожалуйста. И вот если мы не разговариваем, вот я за все события 2014 года ни с кем не поссорился, у меня не было никакого ни срача, ни в сетях, нигде. То есть у меня все, вот так и остались все и вокруг. Потому что, Я вам дуже вдячна, що ви завітали. Дуже Спасибо. Цікава розмова, і ви дуже цікава особистість. Я вам бажаю якісних, добрих клієнтів, які вас будуть цінувати, і, звичайно, будуть щедрими. Спасибо, це дуже важливо. Вам теж процвітання в вашій програмі. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.